Чеховскими они себя считали потому, что мы знаем, что Антон Павлович Чехов, уже будучи знаменитым писателем, не раз приезжал в город Таганрог, и не просто приезжал, а старался принести родному городу практическую пользу. Он много лет регулярно посылал в Таганрогскую библиотеку свои книги, книги других писателей, которые ему казались интересными и необходимыми для чтения горожанами. Антон Павлович мечтал видеть наш город красивым, культурным, жители ее образованными. С тех пор прошло более 155 лет. И теперь Таганрог многие считают культурной столицей Донского края. И в этом, конечно, есть несомненная огромная заслуга нашего писателя-земляка. Вот в преддверии дня рождения чеховские волонтеры, наши читатели в школах, в детских садах читают произведения, лучшие произведения детской классической литературы для ребят вслух. В прошлых годах это были книги, рассказы самого Антона Павловича Чехова, это были книги «Дары чеховских книжных фестивалей», «Сказки народов России», «Нашего дальнего зарубежья». А вот в этом году волонтеры будут читать совершенно удивительные, юмористические, веселые рассказы о писателях разных эпох. Поэтому я вас поздравляю с открытой такой необычной акцией. Желаю вам всем хорошего настроения, отличного настроения, которое вы обязательно получите при чтении замечательных, веселых рассказов. Добрый день! Thank you.
чтецов. Открыла классный журнал и стало так тихо, что было слышно, как в спортзале бухать баскетбольный мяч. Меня сейчас вызовет. По глазам вижу. Да скоро звонок. Успокой, я иду. Да нет, вызовет. То, когда с кем пойдем? Шура Костиков. Толстый Шура Костиков. Неуклюже выбрался из-за парня и шарка ногами в рот доске. Не учи, не учи. По ушам вижу. Ольга Алексеевна спросила Шуру, но тот молчал. Его большие розовые уши постепенно краснели. Эх, Костиков, садись, твой. Ой, не в духе она сегодня, ой, не в духе. Я это папа маме. Я посмотрел на Ольгу Алексеевну и не увидел там никакой помады. Юр, так в том-то все и дело, что нет помады. Не успела себя в порядок привести. Наверное, в семье же не греется. С мужем поссорилась. Суп пересолила. Из рук все валится. Так, да, Нелина. А мы же вас не право просили, послушала разорение богатой крестьянки. Нет, ну вообще, она тетка неприятная. Я когда по прическе вижу. Ну, посмотрите, модная, стильная. С такой прической она еще раз быстро замуж выскочит. В этот раз не ошибется. Подбирайте мужчину проводящего. Так, Шевельков, продолжи, Петлин. Садись, Танечка, пять. Я тяжело вздохнул и посмотрел на часы. На перемене Юрка принялся рассматривать свои новые поезд. Эх, с неохотой поставишь. Я где-то по почерку вижу. Вот Ирина Васильевна такую двойку поставила. Жирная, аж на следующей странице отпечаталась. А это разве двойка? С неохотой поставила. По почерку вижу. Карте древнего мира, не добегая где-то 2 сантиметров
бабушке нечем заняться, вот иди к ней и спроси. Бабуля, не бабуля. Юмористические рассказы замечательных писателей. Пожалуйста,